Я тут вспомнила, что вы такую варежку покупали кота чистить, знаете, еще в марте. И вот сегодня только вспомнила, когда в очередной раз пылесосили с дивана его волосы. Хочу попробовать почистить, не знаю, получится или нет. В общем, осталось найти сейчас кота. Тихо. Так, кот тут. И посмотрим, как это вообще собирается или нет. Не буду делать это в комнате, лучше делать эти ванны. Слушайте, смотрите, пух собирается. Хоть сколько там его соберу. Че, больно хвост, простите, котишка. Смотри, сколько с тебя. Ужас какой. Ужас, ужас, Маркуш. Это же уму непостижимо. А чем из перчатки убирать? А, вот как. Куда, куда? Ну, давай еще посиди маленько. Побежал он уже. Да, Марк. Только одной рукой отпустишь, скорее бежать. Смотри. Запрыгнул туда, в угол. Ну, давай еще. Поглажу тебя. Я же тебя просто, считай, глажу. Он очень не любит, когда его гладят.